Не волнуйся, милая. Я провожу тебя в дом целый и невредимый до наступления тьмы. И у меня с собой фонарик. Я знаю. Я в порядке. У Элис была фобия. Страх темноты. Я хотел убедиться, что мы будем внутри с зажженным светом еще до заката. Вот мы и здесь. Давай осмотримся. Ну уже. Тут темно. Нужен свет. Милый, не поищешь, где тут рубильник? Эй, здесь кто-нибудь есть? На мгновение гнетущее чувство того кошмара, что привиделся мне на пароме, вернулось. Дом выглядел застрявшим во времени, где-то в 60-х или даже раньше. Кабель идет вон к тому сараю. На комоде лежала коробка из-под обуви с книгами Томаса Зейна внутри. Я никогда о нем не слышал прежде. Старый генератор был соединен с силовым кабелем. Свет включился. Молодец, милый. Я немного освежусь и разберу вещи. Хорошо. Я тут осмотрюсь немного. Остров. Конечно. Был когда-то местом чьей-то любовной истории. Может быть, это повторится. Элис? Милая? Алан, я наверху. И у меня для тебя сюрприз. Оу, ну привет. Сюрприз это не я. Он в кабинете. Иди посмотри. Хорошо. Сюрприз. Элис? Что это? Я должна признаться. Я подумала... Дом погрузился во тьму. Весь свет отключился. Элис, я иду! Все хорошо, я иду! Нет! Что за черт? Алан, помоги мне! Алан! Нет! Нет! Элис! Элис! Очнитесь! АЗС была единственно верным решением. У них должен был быть телефон, и меня ожидал долгий поход через лес, чтобы добраться туда. Есть кто? Здесь кто-нибудь есть? Прошу, я попал в аварию.
Свет, мелькающий впереди, был хорошим знаком. Может, мне не нужно будет спускаться вниз к АЗС, чтобы найти телефон? Здесь кто-нибудь есть? Прошу, я попал в аварию. Эй! Все по-честному. Нужно было что-то делать. В любой момент Стаки мог... Пока вы у нас, рекомендую... Графская ходьба! Это последний... Крек Маде! Польза для здоровья! Да. Парима! Участок шерифа прибыл с чем? Алло! Смотрите, достопримечательности избирайте. Уровень холести. Я не собирался открывать дверь. Не тогда, когда был шанс поймать головой топор. Это плохо. Пока вы у нас, рекомендую... Скандинавская ходьба! Это последний... Крек Маде! Польза для здоровья неоспорима! Кто же вы? Одним выстрелом! Убивайте! Да! Участок шерифа Бритфилл с чем? Избирайте уровень! Алло? Голова гудела от травмы. Я никогда не стрелял за пределами стрельбища, а теперь я убил кого-то или что-то. Но тел не было. Они просто исчезли. Если я спал, то сон был настолько реальным, что меня тошнило. Жутковато нарисованные надписи вдруг стали проявляться под светом фонарика. Кто-то прятал здесь ящик с припасами.
Темный лес был последним местом, куда бы я пошел, но выбора не было. Я должен был добраться до АЗС. Кроличий сезон! Еще что было? Когда я увидел реку, стремящуюся внизу, что-то пробудилось внутри моей головы. Я осознавал, что должен найти способ перебраться. Я даже не хотел смотреть на воду.